незаконно демонтовано, неправильно щось зроблено. Нам, ми повинні якось це, ну, доказати теж керівнику центру. Це останній лист, який ми надсилали. Доказний лист лежить на пошті, людині повідомлено. Паспорт був в прив'язці, був анульований по 2020 році. Муніципальна варта була надіслана лист заказним листом, так як власника ми не могли знайти, він не з'являвся. І ну, нам прийшов лист, відповідь на заказний лист замовний, що особа не отримала. І за сроком зберігання відправлено обратно. Ну, протягом року власник так і не з'явився. Ми вирішили, ну, і перед сезоном, і взагалі перевірити всі споруди, які або незаконно встановлені, або не відповідає дійсності документація. Зробили теж запити до управління архітектури. Деякі споруди у нас знаходяться з, ну, не зовсім законно. Тобто або відсутні паспорти прив'язки, або якісь десь недоліки в документації. Тому по даній споруді, по тир, чи це конюшня, чи тир, як вона там називається, да, то ми підготовили документацію на демонтаж. Подали проєкт рішення, зараз він знаходиться в міської раді і буде прийматися рішення на комісії виконкому. Попереджені ми надіслали два, а ще йому, якщо свідчить, тут є ще лист, йому окремо відсилали управління архітектури відразу ж. Як паспорт анульовано, у них є теж також процедура, вони відправляють власнику і повідомляють, що у вас там паспорт прив'язки анульовано. Тобто особа, власник, повинна прибути до архітектури і встановити, вияснити, чому, або вирішати цю проблему далі. Або тобто йому дається час там, або самовільно прибрати, або вирішити питання про, ну, відновлення документації, що до цього потрібно зробити. А так як, ну, нічого не діє власник, то потрібно вживати такі заходи до демонтажу. Ну, це як уже останній захід. Комісія вирішить, якщо він вспіє цей паспорт, чи якісь докази представив, що в нього, ну, щось не вийшло, чи в нього якісь були перешкоди цьому. Ну, я не знаю, комісія повинна вирішити. Бо якщо він принесе всі документи, може йому, ну, не демонтують цю споруду. Але на сьогоднішній день то потрібно її демонтувати. Як ви вважаєте, така тимчасова споруда в парку Приморському? Настільки вона там знаходиться доречно? Її вигляд, її місце розташування? Ну, місце розташування теж там вирішує там органи архітектури, а є спеціальні вимоги і перелік вимог, які до таких споруд. Це не просто ти поставив якусь, ну, дерев'яну там, да, з досок збив. Там є перелік, який повинен виконати, щоб воно було, ну, санітарні вимоги, розташування. Для цього видається паспорт прив'язки, в якому указуються всі елементи благоустрою. Навіть урни, де повинні стояти, іде вже захаращення, ну, Приморського парку, грубо говоря. Завтра хтось ще поставив собі якісь дерев'яні. Буде ждати декілька років, поки воно не згниє. Там монтаж буде проводити комісія, буде створена комісія, і комісію буде проводитися, залучати сюди органи поліції, органи там екосервіс і Южтранс. Тобто техніка — це такий процес, ну, досить непростий. Повинен бути присутній власник. Ні, там тір є. Є тір, але просто рядом з ним він не один тір. Просто, да, я планував, що є.
Ну, вот я вам показывал, вот здесь реализация. Ну, здесь то, что от себя я могу, ну, я вам показывал, что я там делал в этом направлении, да? У нас центр развития спорта и творчества. Тут у нас, конечно, немножечко это все недоделано, потому что я вам показывал, как это будет визуально выглядеть, что здесь будет красиво написано тир, что это будет расписано, тут будет такой стрелок, да, орел. Здесь внутри это тир с настоящими олимпийскими луками, который будет помогать детям, ну, фокусировку развивать. Это приближение удаление, называется аккомодация зрения. То есть я вам показывал, какие у нас есть проекты в нашем центре, что действительно были успешные проекты в этом направлении развития. Тут вот есть земля, естественно, да, в связи с моментами пандемии, как бы что-то было сделано не так быстро, как хотелось бы, но я же говорю, хотелось бы это сделать, чтобы здесь была и спортивная площадка, и беговая, вот я предлагал это сделать. То есть здесь хватает для этого пространства, и было бы замечательно, прекрасно, да, потому что, ну, как вы видите, здесь немножко мнут и гнут какие-то вот эти вот красивенькие домики-ларючки, а здесь можно сделать, ну, реально такой кусочек Диснейленда, очень симпатичного, да, и при необходимости мы можем это все визуализировать, но хотелось бы понимать, что мы здесь как бы надолго и что это интересно, да, ну, в данный момент мы понимаем, что поддержку какую-то нам предоставляют, но если бы была при благополучном таком подходе поддержка и Припортового, и ТИСа, то мы бы сделали тут вообще шикарный уголок безалкогольный для детей. Да, что для этого нужно? Ну, вот я уже предоставлял какие-то моменты визуализации, я же говорю. То есть брусья-турнички, беговая дорожка с той стороны, ну, было бы в идеале сделать там бассейн для детей. Вот, но, то есть такое направление у нас, как правило. И я же говорю, сейчас просто все за планшетами, за компьютерами. И тир, это не просто такой маленький, коротенький тир. Это реально тир с олимпийскими луками, в котором будет приходить там мастер спорта, консультировать детей. Причем мы готовы сделать это для детей из малообеспеченных семей даром. Это общественная организация. Тут те же правила у меня стояли абсолютно. Вот даром это, а правила, они помогают за счет скруток выравнивать спины, то есть, опять же, есть боли в спине у людей, кифоз, сколиоз. Вот. Но хотелось бы это все развивать, да, при необходимости я могу это все показывать как картинки. Ну а так, что тир приведем, естественно, в порядочек. То есть я вам показывал, что действительно есть работа дизайнера над этим. То есть здесь мы просто сделаем красивенькую стеночку. Нужно какое-то время, да, для развития этой ситуации. И было бы прекрасно, да, чтобы была поддержка. Вот такая ситуация. На берегу, вот я вижу, размывает пляж. Тоже вот я понимаю, что нужны рифболы. Рифболы устанавливаются, это единоразово делается, и пляж будет подмываться. Мы еще получим кусочек территории. То есть тоже при необходимости я могу эту визуализацию с техническими всеми моментами сделать. Но тщательный анализ глубин и грунта. То есть это все делается. Прекрасное место, парк Приморский. Было бы в идеале, конечно, заборчик этот покрасить, но опять же, понимать, как и за счет чего, да. То есть предприниматели, я думаю, пошли бы навстречу, чтобы им что-то там вот сделали какую-нибудь, ну, я не знаю, рокировку, и мы бы сделали этот забор более ярким. Помимо этого, вот я же говорю, вот есть столбы, на которые достаточно поставить камеры. Сейчас камеры не такие дорогие, это все выводится на пульт, все это технически делается, и у нас получается безопасная зона, потому что, я же говорю, вот уже как бы какие-то моменты, которые могли бы быть оздоровительными, тут реклама непонятно чего. Есть моменты пандемии и есть моменты того, что, ну, вот мы доделывали здесь дело такого рода, что, ну, пока была стройка здесь, ну, опять же, процессы, да, процессы. Есть процессы, которые хотелось бы подогнать, и она только, ну, планировалась в запуск в этом году. То есть она не работала, и я думаю, что при правильной поддержке она будет красивенькая в этом году стоять и уже заработает к началу сезона как полноценный, хороший, красивый тир, которого нет еще здесь. То есть это будет что-то новое. У вас был паспорт на иншу, введену деятельность. Ну, это такие моменты, которые, то есть территорию хотелось бы заполнить, да? Нет, тир есть, но территория у меня действительно не заполнена полностью теми позициями, теми объектами, которые я хотел бы заполнить, поэтому, ну, я в этом плане согласен.
Ну, есть вариант, конечно, что кто-нибудь поможет, но есть вариант, что я просто оставлю один тир и думаю, что мы благополучно договоримся, потому что, я же говорю, всем хотелось бы, чтобы здесь был красивенький тир, которого еще нет, это что-то новое, интересное, да. Ну, а все остальные объекты уже, наверное, будут, когда закончится пандемия, либо я буду как-то взаимодействовать и рассматривать эту территорию шикарную, да, и искать помощи там у Припортового или у ТИСа. У меня тут есть еще 4 позиции, и я согласен, что я их не выставил. То есть мы пробовали их поставить, но это не рентабельно. И, то есть в связи со всеми этими событиями, которые надо пережить, да, но я надеюсь, что трудные времена рождают героев, и мы общими силами, да, общей поддержкой все это преодолеем и сделаем эту зону максимально красивой, в которой будут играть наши дети и благодарить нас. У меня буквально дни до того, чтобы определиться, остается либо один тир, либо все-таки что-то я сделаю здесь больше. А что самое вы хотели? Я вам рассказывал, что да, то есть мне хотелось бы, ну тут как и веревочный парк у меня планировался, но веревочный парк пока это такой момент. Я хотел бы переделать, то есть сделать здесь беговую дорожку, брусья, турники, возможно бассейн и ну там правила. Но опять же с учетом понимания того, что люди будут знать, насколько важно здоровье, да, потому что сейчас все немножко озабочены и моментами пандемии, и дополнительными какими-то такими своими жизненными переживаниями, которые хотелось бы разгружать вот в этом парке. У меня мечта – выявление генетической предрасположенности у детей. То есть для этого им надо попробовать разные виды спорта. Кто-то будет лучшим пловцом, кто-то волейболистом, кто-то баскетболистом, кто-то стрелком. Для этого им нужно многогранно дать возможность это все пощупать своими руками и не гиперусилиями. Паспорту прив'язки немає. Муніципальна варта підготувала проєкт рішення щодо демонтажу. Сам підприємець після, скажімо так, розголосу інформації щодо демонтажу вже звернувся поки що усно про те, що він готов оформити даний тір, привести його відповідність, як необхідно, щоб він був належного вигляду. Чекаємо. А скажіть, а у зв'язку з чим йому, у нього ж був паспорт прив'язки? У нього був паспорт прив'язки, але там було зовсім інші споруди передбачені. І тому, коли він почав встановити тір, який був відсутній паспорт, йому паспорт анулювали. А що в паспорті було зафіксовано? У нього до цього був там канатне містечко. На даній території у нас з комплексом передбачено, що там може зміщатися така споруда, як тимчасовий літній тир. Він може це зробити, але все одно це повинно бути зроблено не так, як те, що там стоїть. Це є спеціальні вимоги? Ну, і по зовнішньому вигляду, і по розмірам, і по конструктивам. Взагалі на оформлення паспорту прив'язки скільки потрібно часу? Ну, залежить від того, кому він замовить, скільки це буде коштувати, ми ж не знаємо. А на скількох квадратних метрах розміщується? Річ в тім, що відкритий тир – це не є закрите приміщення, там обмежені площі відсутні. Ну це суто на літній період часу, виходить, на осінь він має це розібрати і забрати, чи ні? Як ну якщо у нього буде постійний договір з екосервісом, то він може залишити на осінь, на зиму. Зобов'язання такі ж, як і у всіх підприємців. Договір з екосервісом, договір з Южтрансом, зовнішній вигляд, відповідність вимог паспорту. Все.